Здравствуйте, дорогие любители цветов и гости канала. Я надеюсь, что вы меня не потеряли. Я надеюсь, что вы соскучились. И каждый день смотрите, а нет ли нового ролика. А где ж наше ясно-солнышко? Ну а если серьезно, я думаю, всем знакомая ситуация, когда наступает весна и срочно нужно сделать все. Поэтому не теряйте. Итак, поздравляю всех с наступающей весной, ну а также с приближающимся праздником, праздником весны и днем прекрасных дам. Мужчины, я вас тоже поздравляю с тем, что мы у вас есть. Я надеюсь, что вы с нами счастливы. Ну и вас, конечно, все наши самые красивые, самые позитивные и самые-самые хорошие девушки любого возраста. Сегодняшнее видео – это нужная информация для тех, кто хотел узнать координаты всевозможных цветочков наших, которые продаются на выставках в Краснодаре. Я решила объединить их в одном видео. Ну, а чтобы вам не было скучно смотреть на таблички просто с именами, телефонами и координатами наших коллекционеров-цветоводов, я решила еще проиллюстрировать каждую, ну, почти каждую информацию теми цветами, которые куплены у того или другого цветовода. Конечно, это мое субъективное восприятие, скажем так, потому что, ну, даже у меня есть цветы, которые я не покупаю. Поэтому, конечно, это не все наши цветоводы. И если вы хотите как можно больше узнать интересных людей, увлеченных цветоводством, а также посмотреть весь ассортимент, то приезжайте на наши выставки, и там вы все увидите, узнаете и купите все, что вам захочется. Итак, любителям бегоний показываю вам вот такие красивые бегонии. Это называется Кармен. И вот этот сорт Шарм. Куплены они, Шарм была совсем маленькая деточка, ну а Кармен был уже такой хороший кустик. И хуже он не стал. То есть корневая хорошая, цветы выглядят красиво. И куплены они у Татьяны. Вот это координаты, которые я могу назвать. То есть вот так нужно задать в поисковик, чтобы найти ее в Одноклассниках. Помимо этих цветов, у Тани очень много интересных, красиво цветущих растений. Ну и бегонии, очень-очень много сортов. Помимо бегонии, я еще у Тани покупала эписции разных сортов. Очень многие спрашивали координаты Любы Еременко, у которой продаются красивые фиалочки, эписции и бегонии. Вот, пожалуйста. Парочка бегоний от Любы. Был вопрос о глоксиниях. Вот координаты. Ну, по крайней мере, у Валентины я глоксинии видела цветущими. На каждой выставке они присутствуют.
помимо глоксинии и фиалок, очень много красивых стрептокарпусов. И вот два контакта цветоводов, у которых есть очень красивые стрептокарпусы. Ковалева Ирина, ахименесы, калерии, фиалки. Ну и вот такие растения куплены у Ирины. Это хириты. Третья часть обзора выставки, о которой я вам рассказывала, это были хаворции. И о них спросила Ирина Толмачева. Ира, вот у этой девушки вы видели хаворции. Вот ее контакты. У суккулентика я купила вот такой титанопсис. Помимо этого, суккулентами еще занимаются Федор Георгиевич и Александр Губинский. Это их растения, а это их координаты. Дальше. На каждой выставке я вам показываю суккуленты Петриченко Ирины. На самом деле у Иры не только суккуленты, но и другие растения, в том числе декоративно-лиственные. Ну и в частности, мое такое горячее, я говорила вам, увлечение филодендронами началось как раз с того, что первые были куплены у Петриченко Ирины. Вот это медуза. Ну а сейчас уже коллекция пополняется. И ассортимент у нас на выставках способствует тому, чтобы в коллекции появлялись новые и новые экземпляры. Ну и в частности, я вам говорила, что очень многие растения декоративно-лиственные приобретаются у Гарбус Людмилы. Сейчас вам покажу образцы. Вот это сингониум дивной красоты. Филодендрон Флорида Бьюти Альба. Вот такой лист взрослого растения. И вот Альба. Молодой побег, он молочного цвета. Ну и вот такая монстера, это тоже от Люды Гарбус. Показываю вам координаты, как найти Люду в Одноклассниках, а также Шатохиных. Я вам все время говорю, мои любимые Шатохины. Я очень люблю и вообще семью Шатохиных. Уважаю их трудолюбие,
хороший нрав, интерес к цветам, вообще интерес к жизни. Они молодцы. Вот здесь координаты Марии, Дмитрия Шатохиных. Ну и растения для образца. У Шатохиных очень много бугенвилей разного сорта, и ассортимент все время расширяется, коллекция пополняется. В данном случае я вам показываю сейчас бугенвилью «Красный тигр». Red Tiger. Это фикус. Фикусы тоже часто привозятся на выставку. И это фикус диверсифолия. У Шатохина Алексея в последнее время такое направление суккуленты. У него очень много интересных, эксклюзивных просто суккулентов. И вот представителя одного из них я вам показываю. Вообще, каждое растение Шатохиных – это своего рода шедевр цветочный. Это клеродендрум госпожи Томпсон Сплэш. Вариации на тему. Ну и еще один увлеченный человек – это Даша. И Даша увлекается экзотическими растениями. И у меня, и у Альбины в покупках очень часто бывают именно Дашины экзоты. И для примера я вам покажу необычного сорта сингониум. Посмотрите, у него сначала было, по-моему, 5 всего ушек или пальчиков, как сказать. А сейчас постепенно наберется, скорее всего, 8. Вот он продолжает вот так. Это сингониум рассеченный, и он продолжает наращивать пальчики. Очень красивый, необычный сорт. Посмотрите, какая прелесть. Помимо этого, на Дашиной страничке вы найдете очень много интересных растений. Вот это тоже нечасто встречающийся фикус «Снежный шторм». Как-то я вам показывала его в коллекции своих малышей и говорила, что очень хочу, чтобы он рос, но он просто застыл с двумя листочками. Ну и вот, наконец-то, после того, как закончилась зима, начался рост. Листик, который уже давно на кустике, он вот такую окраску имеет. А молодой листочек с едва заметным таким крапом. Ну и вот эта поразившая всех шелковица «Атомный взрыв». Это тоже от Даши. Вот такие у нас интересные, необычные коллекционеры. Соответственно, и цветы у них тоже интересные и необычные. Поэтому еще раз говорю, если вы хотите попасть в цветочный рай, то приезжайте на наши выставки. Ближайшая состоится 21 марта в ДК ЖД, город Краснодар. И еще одна 4-5 апреля в торговом центре «Галактика», город Краснодар. Еще раз всех с наступающей весной! Всего хорошего. До новых встреч. Пока.